Я Лена Родионова. Для меня фигурное катание – это искусство. Самовыражение себя через образ. Я люблю красоту, мощь и страсть. Я люблю выступать и побеждать. Люблю чувствовать себя свободно на льду. Спорт никогда не бывает легким. И иногда это боль и усталость. Когда я завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира, я выступала с температурой. Спорт – это борьба в трудные времена и становление сильнее как личность. Через коллекцию GIF я могу воплотить свою страсть к фигурному катанию.